Доброго всем! Сегодня у нас в гостях ГВЦ от КамАЗа. Причина появления головки у нас проста. Клиент ставит головки на блок, и через буквально короткое время работы двигателя на этой головке пробивает прокладку. Владелец КамАЗа привез бедолагу к нам с просьбой помочь выяснить причину. Причину обнаружили достаточно быстро. Сейчас я вам это покажу. Расточник координатно-расточного станка Виталий готовит и ставит головку на станок, так как для исправления этой ситуации требуется вмешательство резца. Из головки мы уже ранее извлекли кольцо газового стыка и теперь проверим уровень посадочного паза относительно плоскости головки. При помощи индикатора мы отчетливо видим несколько ям в канавке газового стыка. Сделаем отметки красным маркером. Одна яма ниже плоскости основной канавки на десятку, вторая 1,6. Будем исправлять ситуацию. Выставляем головку по уровню. Крепим ее. К сожалению, требуемого резца у нас нет. Сделаем его своими силами. Виталий берет заготовку, зажимает ее об оправке заточного станка и приступает к изготовлению резца требуемого размера и формы. По итогу вот такой резец у него получился. Далее Виталий центрует паз кольца относительно резца. Выставляем резец по внутренней стороне. Включаем небольшие обороты и понемногу опускаем резец. И затем проходим резцом по всей ширине канавки. Остановим станок и рассмотрим результат предварительной расточки поближе. Видим в районе первой отметки яму, темное место, где не коснулся резец.
То же самое мы наблюдаем в районе второй отметки. В итоге первоначально Виталий опустил резец на 8 соток. Продолжаем расточку. Добавляем 7 соток, чтобы в сумме у нас получилось 1,5 десятых. Смотрим, резец выбирает обе ямы полностью. А значит, и это будет и финальным нашим проходом. Ну и в итоге такая вот канавка у нас получилась. Требуемую глубину канавки мы выдерживаем за счет фрезеровки поверхности головки. А на этом все. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, постараемся ответить. И без аварийных вам поездок.